Так, Валерий Константинович, я не устаю удивляться. На сливы китайки трехлетки выросли из ваших косок. Не привиты, но стоят все в плодах. Разве не рано? Конечно, рано. Два абрикоса, один сын манжурца, второй мелитопуска ранее. Тоже трехлетки из ваших косок. Тоже не привиты, но тоже с плодами. Правда, плодов немного. Вот я думаю, зачем заморачиваться саженцами, если скосик такой быстрый и хороший результат. Или я рано радуюсь. Дело в том, что, Наталья, по-моему, было личное письмо ко мне. Я, по-моему, написал, что отвечу на вебинаре. Так? Вот. И ответил бы. Но у меня... Я сегодня опять на все вопросы не смог ответить. А их почему-то меньше не становится. Так вот, давайте по порядку. Итак, сливы китайки трехлетки. Чем они хороши? Да, кстати, стоят все в плодах. Вы не написали, какие они получились. Сливы китайки, трехлетки плодоносящие, это один из их преимуществ, что они довольно скороплодны. И это здорово, это замечательно. Ну, ждать-то годами. Бывает, что кто-то не дождется, и в ящик, а они все не плодоносят. А здесь все-таки они действительно очень брано. На 3-4 год можно дождаться первых плодов, а на 4-5 год уже ветки ломаются. Это все замечательно. Раз. Но есть минус. Не минус, а не недостаток, а вот это лотерея. Они не все будут... Среди них будут как? Раз они мои, значит, они росли в смешанном саду. Это и плюс, и минус. Я рассказывал. Смешанный сад защищает сам себя от этих... Сам себя, да, от этих вредителей. Раз. Смешанный сад перемешиваются так гены, а тем более я верю и уверен, что существует теле это самое телегония. Вот, раз она существует, то получается они действительно. А плоды могут быть разные. И цвет. Вы знаете, когда-то у меня еще, вот когда мне сожгли сад, а у меня до этого на дачном участке я их штук 40 развел. Это потом вырубался слезами на глазах. Ну, когда большой плодоносящий сад сожгли, надо было на этом саду продолжать жить и выживать. Вот. А вы знаете, какие они были? Красные, синие, розовые, желтые. Господи, это и крапинку, и двух, и трехцветные. Во! А почему? А перепылились. Ну, ладно. Короче... Получилось так, что они были у всех разный вкус. Я на вкус не обращал внимания, используя в качестве чего? Ну, подвоя. Так. А тут же рядом росли, которые, они были послаще. Я их просто не подвоя не выращивал, а просто ели. Просто ели, и прекрасные они были. Вот. Много лет я ждал, пока у меня появятся роскошные сливы, 50-80 грамм. Долго, много лет. А до этого прекрасно обходились. Но попадались и с горчинкой, попадались и с этим самым. Знаете, какие. И обратная сторона. Слишком сладкие, слащаво, есть невозможно. У меня друг их вырубил, говорит, я не могу их есть, сильно много сахара. Во, дожили. Вот. А знаете, как я, хотите правду? В самые трудные времена, вспомните, сахара не было. Вообще. У меня у друга 10 мешков сахара гнили в гараже. Хапнул и... То есть хватило бы для целого дома пятиэтажного. 10 мешков, это 500 килограмм, да? Вот. 500 человек по килограмму. А я как это добывал сахар? Ведро вот этих слив на килограмм сахара. Мне их девать было некуда. Но, мы же не знаем, Наталья, вот сейчас они у вас сильно... То есть впереди отбор у вас. Вот тогда у вас будет по-настоящему, да, из косточек можно вырастить. Да, часть из них, может быть, процентов 20-50 не теряет своих качеств. То есть мельче не становится. Но извините, это и крупнее не становится. Вот так вот. Так что насчет быстрые хорошие результаты у вас есть. Значит, зачем заморачиваться? Это ваша фраза. Ладно, переходим к абрикосам. Теперь, сын манжурца, 15 деревьев на всех разные плоды, двух одинаковых нет, от несъедобного, самый есть такой, до самых сладких, так, вот. У
Угадать невозможно. Но если вы все их вырастите, как я, вы можете какой-то даже срубить, привить. Вот, если хотите. Прививать не хотите, у вас будут плоды 20-30 грамм, ну, на здоровье. Вот, если много, немного, а несколько деревьев, выберите самый сладкий. Которые с горчинкой, или там, нет, горчинкой не будет, с кислинкой. Компоты, соки, варенье идеальные. То есть ни одного маньчжурского абрикоса вы не срубите никогда. Но, опять же, ту роскошь, что я вам показывал, у вас не будет. Или прививайте.